Talking about war and exciting fights like that, are you a fan of MMA? Because there's always blood and like... Мне нравится UFC, MMA, конечно, мне нравится, потому что я сам когда-то занимался борьбой, поэтому все, что связано с единоборствами, мне интересно наблюдать. Alright, so we all know that if you have a rematch with Salido, it's gonna be a past knockout. So how do you see that if it will happen? How does Vasyl? Я хотел бы этот реванш, я хотел бы этот бой с ним, но это чисто вот ради людей, которые переживают за меня, которые наблюдают за мной, за именно ради именно ярых фанатов. Вот я ради них бы это сделал. Лично для меня этот бой не интересен, просто потому что я понимаю, что ну у меня совершенно другая дорога уже, у меня есть в принципе в будущем очень интересные бои, поэтому для меня лично это будет ну какая-то лишняя, наверное, трата времени. А вот для ребят, которые там вот я наблюдаю за комментариями, за высказываниями ребят, которые почитают мой бокс, вот ради них я бы это сделал.